Всем огромный привет! Сегодня мы с вами вместе примерим новые покупки с Wildberries. В основном это будет одежда, но сейчас я хочу вам показать сразу аксессуар. Это вот такая потрясающая сумка. Мне она безумно понравилась за счет того, что она необычная. Ну, не совсем обычная. Видите, какая у нее классная фактура. Здесь также идет в комплекте вот такой ремешок, но он снимается. То есть, кому как больше нравится, мне на самом деле нравится вот с таким ремешком. Она сразу смотрится более интересно. И у нее еще в комплекте удлиненный ремешок, который регулируется. Сама фурнитура очень качественная. Классно сделана сумка, в принципе, да даже не в принципе, а швы ровные. Я этой сумкой осталась очень довольна. Она идет на кнопках. Здесь замок. И внутри два отделения. Единственное, что очень жалко, что нету внутри какого-то маленького кармашка для мелочей. Но в любом случае сумка сама по себе безумно качественная. И я с удовольствием ее могу вам рекомендовать. Поэтому обязательно оставлю на нее артикул. Если она кому-то понравится, то переходите. Она, кстати, приходит. Коробка очень необычно. Вот, ну, точнее, сумка приходит вот в такой коробке. То есть это интересно так. Курсака Палет написано, где стиль встречает качество. То есть это бренд мужчины, который изготавливает эти самые сумки. Смотрите, как круто все исполнено. И даже еще положили какой-то пробник от духов. В общем, клиентоориентированность на высоте, потому что сумка в такой коробке явно не помнется, потому что если ее просто в пакет положить, естественно, с ней может что-то произойти при доставке. Но в такой коробке, конечно же, она пришла в идеальном состоянии, чему я безумно рада. Так, ну и все, и смотрим дальше примерку. И в конце пишите, что вам понравилось больше. Совсем скоро весна, это значит, что мы готовим, конечно же, весенний гардероб. Вот такая весенняя курточка у меня. Она идет с капюшоном. Я не могу сказать, что она на холодную весну, но уже когда снег спадет, вообще это идеальный вариант. Рукавчики получаются на резинке. Здесь идут хлястики для пояса. Ну, на самом деле, конечно же, можно носить хоть так, с поясом, хоть без него. То есть можно носить по-разному. По бокам идут кармашки. Очень качественный замок, рабочий. Смотрите, вот так выглядит внутри. Все, смотрите, как аккуратно сделано. Я прям очень довольна этой курткой. Вообще замечательная курточка. Попку прикрывает, это главное. Как вам? Вот так. Идеальный вариант. Я не знаю, что еще сказать. Как по мне, я люблю такие вещи. Не какие-то там цветастые сильно, яркие. Я люблю спокойные тона в гардеробе. Сочетать можно намного проще. Очень красивое платье на весну. Смотрите, какой глубокий синий оттенок у него. А здесь вот такой воротничок идет. Оно идет длинной меди. И здесь потрясающий разрез. В таком платье вы точно будете блистать. Ну, не только весной, но и зимой. Мне оно очень нравится. Оно идет в рубчик. Смотрите, вот такое. Я очень довольна. Как вам? Давайте сейчас покажу его на солнышке. Смотрите. Класс. Нужно добавлять цвет в гардероб. Я поняла, что мне очень много черных вещей, но смотрите, какое красивое, да? Оставлю артикул в описании на него. Покажу вам потрясающую мою находку на весну. Это пальто. Смотрите, вообще вот так оно в застегнутом виде, на двух пуговках. В составе 60% шерсти. В принципе, достаточно для того, чтобы не мерзнуть. Что у меня, в принципе, было одно пальто, в составе вообще шерсти нет. В нем, да, я мерзла, а в этом явно буду чувствовать себя комфортнее. Смотрите, как круто выглядит. Пальто длинные миди. Легко отпарилось. Я прям очень довольна им. Вот так выглядит внутри. Вообще, напишите, носите ли вы пальто
или в основном только куртки. Я считаю, что у каждой девушки все-таки пальто должно быть, у меня оно не одно, потому что иногда вот с платьями будет все-таки логичнее надеть именно пальто, а не какую-то спортивную куртку. Как вы считаете? Артикул также будет в описании. Покажу вам вот такой классный укороченный свитер. Мне он очень нравится. У меня много удлиненных свитеров, но укороченных не так много, поэтому вот такой самое то в моем весеннем гардеробе. Получается, здесь идет круглый вырез, очень качественный джемпер. Мне он действительно понравился очень. Не знаю, свитер, джемпер, в общем, называйте его как хотите. Мне нравятся его расцветки, что он идет, например, не только вот такой, да, а у него, видите, разные-разные. И за счет этого он смотрится намного-намного интереснее. Можно сочетать его с брюками, с джинсами, с юбками. В общем, он на все случаи жизни подойдет как для работы, так и для прогулок. И вообще, я прям в восторге от него. Пишите, как вам. Артикул обязательно оставлю в описании. Обожаю рубашки. Смотрите, вот такая оверсайз рубашечка с Wildberries. Она есть еще в белой расцветке. Очень люблю рубашки, потому что их можно носить и в застегнутом виде, да, и в расстегнутом виде, например, с топами, либо с футболками и так далее. Вариант очень универсальный. Вот здесь, видите, еще на рукавах идут пуговки, и можно эти рукава подворачивать, там есть хлястики. Ох, как она мне нравится. Мне нравится, что она удлиненная сзади и укороченная спереди. Вообще, очень качественная рубашечка. Как вам? Я прям довольна этой рубашкой. Тоже оставлю артикул. Здесь вот кармашек, а здесь обманка такая. Классно выглядит. Ну и вот так рубашка выглядит с подвернутыми рукавами. Мне на самом деле так нравится больше, потому что это так по-летнему, это освежает, да, вот здесь рукава открытые. Не знаю, кому как, конечно, но я так больше люблю. Смотрите, какое потрясающее летнее платье. Платье-сарафан. Такие вот пышные объемные рукава, V-образный вырез и получается талия на резинке. Само платье длины миди и снизу тоже получается вот такие воланы. Вообще, вот такие платья, мне кажется, это идеальный вариант на лето. Это на самом деле просто, но при этом так женственно, так мило, так романтично. Как вам? Я люблю такие платья. Кто не любит принт в платьях, то, мне кажется, вот такой вариант самый идеальный на лето. Очень нравится. Покажу вам еще одно платье. Смотрите, как классно сидит по фигурке. Ну и меня, конечно же, покорил вот этот разрез. Вроде бы ничего лишнего не открывает, но при этом как красиво и пикантно это выглядит. Сразу так женственно, да, потому что все. Я очень люблю такие платья по фигурке. Ну а платье-лапша, платье-врубчик – это вообще моя любовь, универсальная вещь. Просто на каждый день можно хоть с каблучком, можно хоть на плоском ходу, хоть с туфельками. Смотрите, как классно выглядит. Как вам? Пишите, любите ли вы, в принципе, такие платья или более оверсайз, какие вам нравятся. Носите ли вы вообще платья, тоже напишите. Ну, а я оставлю артикул в описании к этому видео. Вот такой спортивный костюм с Wildberries. У меня в синем оттенке, но вообще, на самом деле, на Wildberries их много. По артикулу, который я пропишу в описании. Мне нравится. Очень теплый костюм. Здесь капюшон, карманы, и он идет с начесом. Как раз, чтобы когда вы снимете там куртку, да, уже так весной, например, можно было ходить и не было холодно. Получается, здесь в карманах тоже, на брюках кармашки, здесь резинка. Очень комфортный, мне нравится, сел по размеру прям очень хорошо. Все как я люблю. Напишите, как вам. Мне нравится, я довольна. Еще одна курточка, она точно такая же, но просто другой оттенок. Какой вам больше нравится, напишите. Черный или вот такой вот в бежево-молочный. Мне оба нравятся, потому что
и тот на все случаи жизни, оба базовые цвета, ну, в зависимости от того, какой, наверное, вам больше понравится в вашем гардеробе. Здесь же замок получается черный, он идет как акцент такой. Тоже абсолютно качественная куртка, хотя это уже другой продавец. Вот, поэтому артикулы оставьте, ну, оставлю, а вы уже посмотрите, если куртки понравились, посмотрите, у кого дешевле, у того, в принципе, можете заказать. Я думаю, так будет логичнее, потому что продавцы разные, но куртки одинаковые. Обе качественные, нареканий нет вообще. Вот абсолютно ни капельки, ни ниточки не торчат, ни шовчики там где-то кривые. Идеальные вообще куртки. Я просто в восторге. Замечательный лонгслив в рубчик получается вот такой. Максимально базовый. Он идет на пуговках, то есть можно носить вот так, можно застегнуть, кому как больше нравится. На самом деле, если вы перейдете по артикулу, там гигантское количество разных-разных расцветок, и размеры там до 50-го. Поэтому я думаю, каждый для себя может выбрать свой идеальный лонгслив. Потому что это, ну, прям базовая вещь в гардеробе, которую можно, в принципе, сочетать с огромным количеством вещей. И я такие вещи очень люблю, что тут у меня. Ладно. Вот такое худи молочного оттенка. Вообще на Wildberries, точнее не так, на этикетке написано белый, но на самом деле это молочный цвет. И даже девушка-работница ПВЗ, когда я забирала, говорит, какой классный худи, только это скорее не белый, а цвета шампань. Вот она вот так его преподнесла. Ну да, вот видите, цвет все-таки не белый, но... Белый слишком просто, правда? Мне кажется, что вот такой вот молочный цвет шампань, называйте его как хотите, он намного интереснее смотрится. Смотрите, он прям такой объемный, и он с начесом, с таким теплым начесом. И здесь идет такой капюшон, достаточно большой, будет вас закрывать в холодное время года. То есть подойдет и сейчас зимой носить, потому что теплый начес. Ну и потом, естественно, весной, например, гулять. Самый идеальный вариант. Вообще, такие вещи я люблю, оверсайз. В нем так комфортно. На этом очередная часть распаковки с примеркой покупок с Wildberries закончена. Все артикулы будут в описании к этому видео. Безумно буду рада о вашей обратной связи. Если вам какая-то вещь понравилась, то обязательно напишите об этом. Я буду с вами уже прощаться. Огромное спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк на это видео. Ну и если кто-то не подписан, то обязательно подписывайтесь, потому что такие видео выходят достаточно часто. Если вам нравится именно обзор покупки с Wildberries. Всех целую, всех обнимаю и всем пока-пока.